Приветствую вас всех на моем канале. После обеда хожу. Маечку одела, чтобы не светить. Вот. Не пахнут. Жаль, что не пахнут. Ой, этот все еще пилит вовсю. Да. Все, Таня отобедала, поговорила с Леной, я пока снимала и пошла отдыхать. Болит и спина у нее, и сердце, все. Так что я постояла, чтобы она дошла спокойно, она могла спотыкнуться, тут травище вон. Сын у нее покосил, но как-то некачественно. Я боюсь, чтобы не упала. Постояла, покоролила. Мы же ее не поднимем. Вот. Ну вот. Вот. Я тоже поводкой маленькой. Вот, прошлась, вот. Вот. Космея. Зацветет скоро. Ой, какой интересный, красивый лук. Дикий. Да пахнет так. Запах такой. Ветерок. Пойду еще кое-что поделаю и, наверное, скоро домой. Вот опять едем на дачу, опять на такси, опять с Леной. Ну, музыка играет. Приехали на дачу, уже столько поработали, столько поделали. Но оно незаметно, что мы поделали. Девочки там еще сидят, чай пьют, а я уже вышла. А ветер сейчас, наверное, шуршать будет. Ну, как всегда, мой лучок. Помидорчики мои стоят. И распустились лилии. Оранжевые. Это не саранка, это лилия. Оранжевое море. Оранжевый верблюд. Очень взрослый дядя покачал он головой на рисунок глядя и сказал, что ерунда не бывает никогда. Оранжевое море, оранжевое небо, оранжевый верблюд. Вот такой кустик. Астельбан, что ли? Астельбан или астельбан. Кто так на второй год тут он у меня. Видишь, какой кучерявенький. И уже какие-то жучки прилетели. Дари-дари-дарам. Дари-дари.
дари да рам. Оранжевое море, оранжевый верблюд. Опрыскивала. Стоит опрыскиватель. Лук дикий зацвел. А какой высокий. Стурция зацвела в уголочке тут скромненько. Немножко солнце уйдет. Я полила под корешок. Подкормила. Сейчас уже жарко. Вкус смородины. Вот такая смородина. Опять какие-то листочки тут сухие. Но у них всегда вредители. Вот сегодня целый день жужжат. И косят, и косят, и косят. Целый день уже голова квадратная. Так, ну клубники нет, все уже. Два раза собрали, больше нету. Стакан еще собрала. Ну, огурчиков собрала. Несколько штучек собрала. Ну, мне не нравятся такие, какие-то они светленькие. Не очень мне понравились. Горошек зацвел. Скоро зацветет. Картошечка. Это такие вот маленькие, которые я садила, маленькие. Они тут в темноте под грушей. Вот такие вот мизерные. И уже какая-то зараза на ней сидит. Господи. Махонькие были, махонькие. Но они сейчас маленькие стоят. Вот эта вот груша, она ничего не дает. Одну тень дает. Так, это молодая клубника. Подкормила капусту, но толку не будет все равно. Какая-то она раскидистая, лопушистая. Все равно он вся в точечку. Ажурная. Вот. Вроде качанчик завязывается, но все ажурное, все такое. Здесь вот собрала несколько огурчиков тоже. Это маленькие сейчас. Грядку прополола. Это лук, чеснок можно сразу вытащить. Там ничего нету. Там одни. А не вытащишь, даже головки нет. Я уже выдергивала. Ай, морковочка чуть-чуть так прополола. Продернуть надо еще. Подсолнухи и цветы у забора. О, тыква разрастается. Ну и пусть она по клубнике. Клубнику надо перекапывать, будет все пересаживать. Тут сплошная трава, пырей. Уже все.
подёрнулись, все изогнулись. Сегодня срежу вот этот и два. Ой, качает. Встанешь? Неловко. Сегодня возле калитки там на улице подергала травы. И все, и устала уже. А картошка уже все вот развалилась. Тут Лена на картошку. О, все, она уже. Вроде как 40-дневка. Но она копала, говорила, моя мелкая совсем, конечно, мелкая. Да еще и рано. Ой, все равно еще эти жуки кругом. Вот. Срежу сегодня вот этот. И там еще один. И вот этот. Все равно мы на через неделю приедем, их они уже цветут. Кто их будет видеть? А так я в вазочке буду видеть. Вот огоньки цветут. И петунья. Астра уже только будет где-то в августе. Астра осенний цветок. О, ветерок подул. Сегодня хороший день. Ветерок такой. Вот. Как-то так. Здесь Лена все повырвала. Куча вон какая. А я за калиткой. Вот я здесь за калиткой. Все от забора. Вот куча. Там вода, болотина. Вот тут еще немножечко осталось, но уже сил нету. Все уже. Это вот от куста все накидала. Подсохнет, уберу. Пусть пока лежит, чтобы не давало траве расти. Куча. Вот так вот. Не знаю, как тут машины будут ездить, если Наташа приедет. Болотина. И пилят, и пилят, или как сказать, косят и косят. Хороший денек сегодня. То пригреет, то ветерок. Собирались, собирались. Да не говори, стояли столько еще. Ну вот, едем уже с дачи. Видишь, Лена тут с цветочками, тут я с цветочками. Все деловые. Приехали с дачи. Ну вот, весь урожай. Клубника это последняя. Все. Огурчики почистила, уже кушать буду. Есть буду. Ну вот столько огурчиков. Это первые огурцы. Сегодня какое у нас число? 17 или 16? Июнь, суббота. Ой, июль. Июль. Вот. Такие вот у меня лилии. Это мне соседочка давала. Посадила я. И мои гладиолусы. Наклонились, их плохо видно. Я снимала их там на даче. Солнце не дает, я ничего не вижу. Ну вот здесь хоть поснимаю. В ту сунула, утопила один. Коротенький один срезала. Переставила в эту. Ну вот и все. Немножечко чеснок. Чеснок совсем. Вот один какой-то был. Нету чеснока. И веточка была укропа. Ну, может, баночку закладу. Вот и все. Итог нашей работы. Женя нас назад привез. Я уже накупалась, потому что надо сразу, а то жарковато.
так вот. Вот такие у нас дела. Вот так вот, вот так у нас, вот так. Я шучу. Вот. 5:07. А мы приехали, наверное, где-то в 5. Я пока на лавочке посидела. Там сидели Катюша с соседками. Я посидела и пошла. Пришла сразу в душ. Пока цветы поставила. Огурчики сполоснула. Вот. И все. Сейчас буду отдыхать. Посмотрю, что я там наснимала. Такое солнце было. Ну, сегодня хорошо. Солнце, ветерок. Мошки не было. Только комарик не иногда прилетал. Ну, очень хорошо. Потом овод маленько попугал и улетел. Ну, я там немножечко еще травы порвала. Позагорала. Хорошо день прошел. И Женя приехал, и мы жих, и уехали. Уже по автобусам, слава богу, не мотаемся. Туда на такси. Я одну минутку включила. Ой, я телефон сегодня забыла. Женя приехал, мы на остановке ждем. Он подъезжает. Сумки ему поставили. И пошли на ту остановку, откуда он нас забирает, чтобы машина не собирала траву. Мы ж три таких грации сядем, так. И хорошо вспомнил. Ну, телефон-то я оставила. Женя маленько взад сдал, задом. Я побежала. Там рядышком 2 минуты. Ой, вообще, это было бы. Первый раз за все время сумочку с телефоном забыла. У меня сумочка такая висит с телефоном. Вот. Красотень. Душа радуется. Прилипают. Эй. Босиком стою, прилипают к линолеуму ноги. Шур-шур-шур-шур. Все. Пока-пока.